Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас видеообзор на DVD-диск «Смешарики. Лучшие серии 3». И здесь изображен Пин, Биби и Лосяш. И в середине мы увидим Энди Плей, «Смешарики. Лучшие серии 3», студия анимации «Петербург», «Ромашка». На обратной стороне вот такие серии. «Космическая Одиссея», «Мисс Вселенная», «Край Земли», «Секрет Гудини», «Маскарад», «Ежик в туманности», «Двигатель прогресса», «Роман в письмах», «День справедливости», «Право на одиночество», «Вестибулярный аппарат», «Куда приводит желание», «Маленькое большое море» и «Самооборона без противника». И еще смотри смешарики на СТС. И еще все DVD выпущено в России, язык русский, формат 16:9, регионы 5 пау и звук стерео. И еще все логотипы. Энди Плей, студия анимации Петербург, Рики, Ирма и Мармелад Медиа. А еще все спонсоры Дарвиновский музей и Москвариума. Сейчас, минутку, откроем. Тут диск смешариков. Диск нормальный. Вставим. И все, можешь смотреть DVD. Иди. Сейчас, минутку. Смотрим. И включаем DVD. Итак, мы увидим. На экране показывают предупреждение Российской Федерации и DVD-видео. И заставка компания «Новый диск». Реклама смешариков «Юнимилк». И все смешарики на DVD. Просмотр, выбрать серию, партнеры и настройки. Итак, просмотр. Какие серии ты знаешь? Реклама смешарики «Начало» в кинотеатрах с 22 декабря 2011 года. И все серии. «Космическая Одиссея». «Космическая Одиссея». «Мисс Вселенная». «Ежик в туманности». «Край Земли». «Реклама смешариков «Создатель». «Секрет Гудини», «Маскарад», «Двигатель прогресса», «Роман в письмах», «День справедливости», «Реклама смешариков «Мисс Вселенная», вышедшие в 2006 году. «Маленькое большое море», «Право на одиночество», «Вестибулярный аппарат», «Куда приводит желание», и «Самооборона без противника». И реклама смешариков «Параллельные миры пластилиновые». Упс, «Зимние игры со смешариками». И все серии. «Космическая Одиссея», «Мисс Вселенная», «Ежик в туманности»,
«Двигатель прогресса» и «Маскарад». А мы идем в следующий. Итак, роман в письмах, «День справедливости», «Маленькое большое море», «Вестибулярный аппарат», «Самооборона без противника» и «Куда приводят желания». Итак, мы вернемся в главное меню. Итак, и мы увидим партнеры. Наши партнеры есть Дарвиновский музей, Москвариум, Юнимилк, Детский мир и СТС. И давай посмотрим витрина. Наши смешарики есть компьютерные игры, мультисборники, DVD и Blu-ray, аудиосказки, книжки и журналы, настольные игры и пазлы и косметика. Ну вот, наш видеообзор смешарики подошло к концу. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Вова Панин. Пока-пока, до новых встреч, а я ухожу.